Всем привет, ребята, вы на канале Денплей, и сегодня я прошел чемпионат, испытание чемпионата, прошел его с тремя поражениями, получил 10 бигбоксов, я их открыл без видео, ну и, короче, я был в шоке. Вот я вижу, ну, вы видите иконку, и я думаю, вы догадались, кто это. Это Спраут, мне он выпал из бигбокса, я, ну, быстро открыл эти боксы, я... Купил, короче, удвоители жетонов, мне там, у меня их 5000 сейчас, по скидке я купил там 3500 за 89 гемов. И потом у меня было 97 гемов, и я решил, думаю, открою сундуки, чтобы мне гемы выпали, чтобы добить типа 100 гемов, чтобы было. И я открываю бигбоксы свои, маленькие боксы, у меня там 5 штучек было. Я думал все равно, что ничего не выпадет. Я вчера открывал 30 маленьких, 2 больших, ничего не выпало. Думаю, сейчас тоже ничего не выпадет. 10 больших, это не так уж и много. И тут бац, ребята, выпадает пассивка на Джина. Пассивка на Джина. Пассивка на Кольта мне выпала из маленького ящика. Вот, скорость. Скорость, мне кажется, хуже, чем вот это вот дальность. Но все же неплохо. Потом я открываю бигбокс, третий, ну, почти там такой, нет, где-то восьмой открываю, где-то уже, ну, короче, ничего не падало, думаю, открою быстро. И тут выпадает из большого ящика два предмета, и эти два предмета моргающие. Мне падает пассивка на Джина, ну, такая вроде бы себе или нет. Так, его атака наносит на 30 единиц урона больше. Ну, вот это лучшая пассивка, но и это сойдет. И тут бац, два предмета. И второй предмет это Спраут. Это Спраут. У меня он прокачанный немного, потому что я там еще два боксика открыл. Мне, ну, понятно, что попадали очки силы на него. Ну, короче, я вон написал Спраут, ура, там. Ну, никто пока не ответил. Ну, вчера, короче, всем падали Спрауты. Мне вчера Спраут не выпал. Ну, а сегодня выпал Спраут. Это вообще очень-очень-очень круто. Сейчас пойдем фаниться в Бравл Бол, ребята. Я думаю, вы знаете уже, что это за персонаж для этого режима. Ой-ой-ой, 0 кубков на Спрауте, третья уже слила. Это просто жесть, ребята. Из большого ящика, из большого, обычного большого ящика за 30 гемасов. Не из какого-то там мега ящика. Возможно, кто-то подумает, что я задонатил на него. Но нет, ребята, это не так. Это вообще неправда. Я, ребята... Я, может быть, и хотел бы, но, блин, 350 гемов для мифика. И плюс, ну, такого себе, ну, не прям такого же, прям, как, например, Макс в 3x3, хорошо. Мне он нравится, да, но непривычно на нем играть. Вот атака его вообще мне непривычная немного. Хотя, я не знаю, я просто видосы смотрел в Ютубе, и мне это было непривычно. Ну, а, возможно, так, давай, ой-ой-ой. Давай замуруем их. Так, сидеть. Блин, я закрыл ворота. Ну, его 100% пофиксят. Ну, как бы это ни было, но его 100% пофиксят. Очень жестко пофиксят. Я пацанам сделал плохо, я заминировал ворота. Точнее, забаррикадировал ворота. Короче, они не забили из-за меня. Так, давай вот тут сделаем вот такую вот поганочку. Опа, не прошел. Эль Прима не прошел, к сожалению. Ну, это очень крутой боец все-таки. Я думал до обновы, что он будет, ну, такое себе. Когда я его испытывал, ну, это было, ну, не очень прям так круто. Замуруем Эль Прима, чтобы он не выходил. Что? Чего? Это как возможно? Вы видели? Вы видели? Я забил кол ультой. Точнее, не ультой, а именно своей стенкой. Как-то стенка мяч подвинула, что он залетел в ворота. Вот, кто не верит, я чемпионат прошел. Вот онлайн-этап 30 минут назад. Открыла я эти боксики по-быстрому. Ну, а теперь я не знаю, копить мне боксики. Я, наверное, буду копить. Все же мне выпал новый боец. Я очень доволен. У меня 5000 удвоителей жетонов, вы понимаете? Ой-ой-ой, там, блин, кто-то мне пишет... Окей, ребята, ну это просто жесть. Кто тут из моих друзей играет? Никого нету пока есть именно из моих реальных друзей. Это жесть, ребят. Давайте пойдем в ШД просто... Нет, давайте не будем в ШД, давайте в Бравл Бол. Там лучше намного. Это боец для 3x3. Его только в 3x3 можно поднимать. Это просто жесть. Я в шоке, ребята.
Я, конечно же, не надеялся, что он мне выпадет. Мне было лень записывать видос. Ну, я думаю, открою бокс, и что, ничего не выпадет, и что это за видос будет? Обратно кликбейт какой-то делать не хочу. Ну, и тут бац тебе, и это будет реально. Это не кликбейт, ребята. Ну, покупать за 350 гемов спраута это очень много. Ну, не знаю, ну, мифика, ну, за 350 гемов, ну, не так уж это, блин, и мало, я бы сказал. Точнее, это совсем не мало. Во, замуруем ворота, чтобы никто... А, Эль Прима! Кстати, твой никнейм... Оу, хорош! Вот это вот голова. Он перепрыгнул стенку. Олимпиец, играй, давай. Ну, короче, мои впечатления от этого бойца... Ну, что я могу сказать? Сейчас я поиграл две катки на нем, и, ну, это не все же понятно. Когда я его апну на 500, тогда мое мнение уже будет правдивое. А сейчас я не понимаю еще. Давайте по фану... Ах ты, не забил. Точнее, забил, но я хотел как-то... Ну, пранкануть Эль Примата, замуровать ворота нафиг. Чтобы он не прошел туда. Давайте еще каточку. Ну, это жесть просто. Я очень доволен, что мне выпал этот... Росточек, спраутик. Конечно же, я не покупал бы его за 350 гемов. Я бы ждал, я бы копил боксики. Но что-то у меня сегодня было предчувствие, что мне выпадет хотя бы какая-то пассивка. Без видоса я открывал, не знаю, почему. Надо было включить видос, а я, блин... Ну, я думаю, вы и так поверите, что он мне выпал из бигбокса, потому что я 10 бигбоксов нафармил в... чемпионате мира. Давай прикол такой сделаем. Опа. Не пройди. Что? Как она прошла так? Ее как-то подвинуло стенкой. Ну не надо, блин, Пайпер. Пайпер бьет трикшоты. Вы когда-то такое видели? Только на канале Denplay. Спраут. Пайпер бьет трикшоты. И Пайпер вообще играет в Бравл Бол. Точнее, это в принципе... Так, тихо. Нет! Вы видите! Ну вы видите это! Нет, Пайпер! А, что? Смотрите, вы видите! Вы видите это! Блин! Что? Это просто лютый боец! Это просто взломщик игры! Это читер какой-то! Читер 777! Офигеть! Давайте закроем эту. Валеру закрыли, блин, в сарае. Закрыли Валерку бедного в сарае. Точнее, не в сарае, а в хате. Да я так говорю просто. Бедный Валера. Так, давайте выиграем эту катку, блин. Потому что не хочется проигрывать на таких кубках. Ну это просто жесть, а не боец. Я в шоке. Давай, не пройдешь. Ай, еще и забили гол. Я в шоке. На этом бойце можно быть настоящим читером, если уметь играть. Если уметь правильно ставить ульт. Что это за боец? Я не понимаю. Давайте по фану еще залетим. Олимпиец, это тот чел. Нет, давайте по фану просто залечу в этот... залечу в Шедеху. И, возможно, выйдет сегодня еще или завтра видосик, как Нубик прошел чемпионат. Но я не знаю, или пройду. Ну, просто с сокланами здесь твинки у них есть. Я постараюсь, может, с ними пройти. Ну, на Нубике я не знаю. Возможно, что-то выйдет на Нубике. Да, это Нубик. Это легендарный аккаунт. Я в шоке еще с этого, блин, спраута. Но это жесть настоящая. Кстати, он вообще так нормально даже в Шедехе играет. Не знаю как, но, блин, но не только для 3 на 3. Это, в принципе, на маленьких кубках можно и в Шеде подниматься. А 300 плюс, 500 плюс, то там, конечно же, 3 на 3 только. Ну, а в Шедехе тоже можно поднять 300 кубков где-то на нем. Ой. Ну, блин, меня зажали как-то. Меня как-то очень сильно зажали. Ладно, ребята, давайте.
Возможно, выйдет видосик, приколы со справа, там, короче, как вы видели, короче, у меня был такой смешной видос, типа, возможно, выйдет такой же самый какой-то похожий со справа, там, это будет жесть просто. Ладно, давайте, ребята, всем удачи и всем покедово, хорошего вам настроения. Кстати, не переключайтесь. Побомбить пора, да. Ну, иконка Спраута, честно, вот из-за этого вот мне раздражает. Меня просто раздражает. Понимаете, я даже купил Спраута, ну, не выбил. Окей, купил Спраута, я типа... Сейчас, бро, там на твинках пройдем чемпионат. Короче, купила, типа, ну, окей, выбил Спраута. Ну, я выбил его. А кто купил, например, тот купил. Короче, я купил Спраута, и мне, ну, типа, дают бойца, а вот это бракованный какой-то Спраут, блин, я не понимаю, почему, это у всех, я так понимаю, почему вот торчит вот эта иконка. Я, типа, покупаю Спраута целого, а мне еще какую-то, блин, фигню тут дают, которая, блин, вылазит за рамки, ну, это жесть просто. Ну, почему не могут это сделать нормально, просто в фотошопе вот так сделать? Кстати, типа... А, здесь уже Спраута же нету, точно. Я же его выбил, и в магазине он пропал. Ну, я думаю, вы поверили, то, что я его выбил. Я его ни в коем случае не покупал. Если бы я его покупал, я бы это сделал на видос. Как бы нормальный человек. На видос покупать Спраут это нормально. А вот выбил я его случайно... Ну, точнее, случайно. Ну, я, дурачок, не включил запись. И, к сожалению, пропустили вы такое, что мне из бигбокса выпало два предмета. Первая это пассивка на Джина. А второй Спраут такой крутится себе, росточек. Ну и, короче, ребята, все, давайте. Теперь точно всем уже пока. Хорошего вам настроения.